ресторан Краков пиццы и Горали Закопань. Посмотрите, как фигурно все вырезано из дерева. Шикарно. Как раньше делали мебель в деревнях, я помню, моих родственников. Идет снег. Вот засоленные стоят вещи, огурцы, помидоры, соус. То есть фокуса нет. Все есть. Пожрать. Пожрать все есть. И пицца есть. Пицца есть. И натуральные соки. И пирожные. Ну и, конечно, на этих все растолстили. Мне хочется все попробовать. Какие шкуры лежат красиво. Какой ханновый фотографии шикарный. Одно залюбование. Одно залюбование. Туалеты. Фотографировано и под стеклом. Очень довольно красиво. Печка. Печка. Смотрите, печка. Настоящая, и она ее горит. Одна лента. Thank you.